Девчонки, всем привет! Меня зовут Гузаля, мне 32 года, у меня двое детей. Слава богу, я замужем. Почему я закрыла лицо? Потому что это как бы нежелательно, чтобы видели посторонние мужчины. Женщинам без проблем. Почему я обратилась в школу J-Gift? Эту школу и J-Gift я уже знаю в течение 3 лет, даже и более. Обратилась я, потому что у меня было очень плачевное состояние после родов. Я не смотрела за своим здоровьем, занималась бизнесом, поэтому не было, как бы, не было времени. И дошло до такого момента, что мне муж сам посоветовал или делать операцию, или же что-то решать. Поэтому я выбрала найти способ без операции. Посоветовала мне моя подруга. Я нашла школу эту, пришла на занятия, прошла тренинг. Мне очень понравилось. Вначале, конечно, было очень тяжело. И хотела бросить, и не хотела заниматься. Было до слез обидно, почему я в таком состоянии. Ну, как бы все, слава богу, все прошло. Было, конечно, очень-очень тяжело, но я поставила себе цель, что я все-таки сделаю, я поправлю свое здоровье без каких-либо операционных вмешательств. Потому что не факт, что если вы сделаете операцию, и у вас потом будет 100% все окей. Поэтому ежедневные тренировки, ежедневные старания приводят к результатам. Поэтому через некоторое время я получила результат, и я была довольна этим результатом. И до сих пор я занимаюсь и не оставляю тренировки, потому что мышцы требуют нагрузки, и я это очень хорошо поняла. С каждым разом, когда ты занимаешься, ты улучшаешь свое здоровье. И этот момент я уже не хочу потерять, потому что я уже поняла вкус этого результата. Поэтому, знаете, девчонки, я очень надеюсь, я занимаюсь в течение 3 лет. Работа, конечно, нелегкая, кропотливая, но надо стремиться к лучшему. В течение этих 3 лет мне очень нравятся тренировки. Тренера очень хорошие, находят индивидуальный подход к каждой клиентке. Функциональные тренировки, мы прорабатываем полностью все мышцы. Прорабатываем мышцы спины, мышцы тазобедренные мышцы. Очень хорошо влияет на костную систему. Очень хорошо поправляется гормональный фон. И в результате я получила хороший эффект после этих тренировок. Нормализовался гормональный фон, я полностью восстановилась после родов. И слава Аллаху, как бы у меня нормализовалась моя семейная жизнь. Что очень важно для женщин, чтобы муж был нами доволен, поэтому мы должны стремиться к этому. И после длительных тренировок я решила, что нужно заняться уже более профессионально. Если я получила результат, да, слава Аллаху, то и каждый может получить этот результат, главное, чтобы было желание. И в течение некоторого времени я как бы решила, что нужно заниматься более профессионально и помогать тем девчонкам, которые хотят получить результат. Поэтому у меня к вам такое пожелание. Не отчаивайтесь, всегда стремитесь к лучшему, приходите, самое главное начать, а там уже будет все хорошо.